равномерное тепло по всему дому, большая экономия тепла. И вот мы сделали опрос в чате, жители очень довольны, потому что теперь можно и на первом этаже, у нас никто не мерзнет. Работает система следующим образом. Выведен датчик на улицу, и он считывает температуру наружного воздуха. Чем ниже температура, тем в автоматическом режиме происходит регулировка подачи температуры в дом. Жители этого дома конкретно отметили то, что действительно произошли изменения, они нам это подтвердили, стало более приятно находиться в квартире, то есть нет перетопов так называемых.